ехал прямо, ниоткуда не возьмись. Вылетела машина на меня. Альберт, иди сюда. Просто лоп-лоп. Никто из автомобилистов не ожидал появления машины навстречу потоку, ведь в этом месте попутное и встречное направление дороги разделяет не только трамвайные пути, но и высокие металлические отбойники. Тем не менее, владелец Hyundai Solaris, мало того, что не имел права здесь ехать, так еще двигался на огромной скорости. Нам вот водитель говорит, по встречной ехали вы. Не было такого, что ли? Какая встречная? Вот это движение? Я должен вообще с той стороны ехать. А машина здесь-то как у вас оказалась? А я откуда знаю? Вы не знаете, как машина встречная оказалась, что ли? Предполагаемый виновник оказался агрессивным после аварии. Как только остальные водители пытались выяснить у владельца Hyundai причину ДТП, тот в ответ кидался на людей с кулаками. Я говорю, ты что здесь делаешь? Ага. Ты как здесь оказался вообще? На встречной полосе. Да, да. Он что, говорит, ты сказал? И начал за мной бегать. Агрессия сразу же пошла у него. Да, он сейчас агрессивный, он же, знаете, он гаишник поймет. По предварительным данным, на встречную полосу водитель на Hyundai выехал еще в районе улицы Тецовской и почти полкилометра ехал в лоб потоку. Автомобилисты как могли уворачивались в сторону, но повезло не всем. В итоге протаранил он 5 машин. Вся сила удара пришлась на Kia Rio. Очевидцы говорят, что виновник был нетрезв. Так ли это, удастся выяснить после экспертизы. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».